Салют всем, алох, криптовалютчики. Мы уже с вами говорили про стартап под названием Equity. Это целая экосистема, которая поможет изменить ваше представление о краудфандинге, да и вообще не только. Это целая экосистема, которая посвящена умному регулированию, которая предлагает несколько решений, целый комплекс этих самых решений, то есть ICO и платформу для краудфандинга, а также такие компоненты, так как Community Voice, как Blockchain Stock Exchange и The Block. Что же это такое? Давайте обо всем по порядку, будем листать их сайт и, естественно, знакомиться с этими продуктами. Поехали. Про первый компонент я вам рассказывал, теперь про Community Voice расскажу. Это интернет-платформа, децентрализованная, естественно, для управления и принятия решений по развитию компании. Все просто предельно, сообщество Voice предлагает простой способ децентрализованного управления собственной компанией, где сами инвесторы голосуют за дальнейшее развитие всех проектов. Сообществу Voice признано облегчить те самые взаимоотношения, сделать их более надежными между создателями проекта и непосредственно инвесторами. То есть, чтобы они обрели доверие и друг другу в первую очередь. Все будет благодаря осуществляться смарт-контрактом, будет задействован искусственный интеллект, и действительно это призвано преобразовать вообще мир ICO, мир новых проектов, мир стартапов. Основные фишки — это реальное децентрализованное управление, то есть один инвестор — это один голос, неважно сколько акций находится в собственности, все будет совершенно честно, все решения будут приниматься честно на онлайн-референдумах, которые могут быть организованы для совершенно любых решений, изменений концепции проекта, какого-то конкретного стратегического хода и так далее. Много-много интересных фишек, обмен мнениями. В общем, я еще раз настоятельно вам рекомендую white paper стартапа открыть. 33 страницы. Обязательно прочитать, пусть они и на английском языке. Там подробно рассказывается, каким образом будет функционировать вот эта вся вообще экосистема и конкретно каждый из компонентов. Все описано, я вам лишь краткий обзор даю. Едем с вами дальше. Следующая фаза — это блокчейн Stock Exchange. Что такое Stock Exchange? Это фондовая биржа, которая будет, скажем так, задачей которой будет являться обмен токенами, продажа, покупка, обмен акций, токенов разнообразных компаний. Блокчейн фондовой биржи введет два новых индекса на рынке, BSE 30 и BSE 500, которые будут включать в себя 30 и, соответственно, 500 наиболее ликвидных, наиболее надежных компаний в отрасли. Рынок открывает двери для, так сказать, equity токенов, для токенов капитализации и для торговли их на рынке. Очень также интересный стартап, который поможет задействовать вторичный рынок, который будет, скажем так, создавать смарт-контракты в реальном времени, фиксировать все онлайн, все транзакции в собственный блокчейн и связывать их с регистрами компаний. Будут разнообразные фишки реализованы на этой платформе, супербыстрые транзакции, а также мультивалютные возможности, то есть сверхбыстрые операции обработки транзакций в реальном времени, питание от самой инфраструктуры, от самой экосистемы. В общем, очень интересный бартер криптовалютный. Фишек будет задействовано море. Ну и последний, скажем так, проект, последнее детище — это The Block. Это первый лондонский инкубатор, который готовит команды к реализации блокчейн стартапов. Block будет действительно являться
такой кузницей специалистов, которых основатели смогут нанять к себе для того, чтобы реализовать идею совершенно любого стартапа. Есть затея, не нужно париться о том, как она будет реализована. Да? Вы сможете обратиться на эту платформу и, собственно говоря, найти подходящих специалистов, которые смогут воплотить в жизнь все ваши идеи. Естественно, это повысит успех в общем и целом всех ICO. Да? Будет реализована функция наставничества, то есть будут люди, которые будут обучать новых специалистов, помогать вам. Вы сможете построить команду своей мечты, а также воспользоваться данными Research and Development, изучение и разработок, которые уже были осуществлены до вас. Вот так вот. Это очень интересно, очень полезно, очень крутой комплекс действительно программ предлагает нам данный стартап. Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с дорожной картой данного проекта, посчитать про дистрибуцию токенов. На сайте огромное количество информации, я уж обо всем вам сегодня рассказывать не буду. Последите за командой, команда очень опытна, серьезные советники, которые вполне могут привести данный стартап к успеху. Ну, мы посмотрим, как у них будет дело продвигаться, а я, друзья, на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на социальные сети проекта Equity. До новых встреч!